дорогие друзья, мужчины думают, что они от природы красивы, а вот женщинам нужны десятки предметов, чтобы придать своей ослепительной внешности еще большую красоту. И так было всегда. Смотрим. Мы с вами находимся в музее Дома Шарова, который является частью музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Словцова. В нашем музее представлен интерьер городского дома конца 19-го, начала 20-го веков. И это здание принадлежало тюменскому промышленнику Николаю Дмитриевичу Шарову. В женской комнате представлены, конечно же, предметы, которые относятся непосредственно к женщинам. И вот в этой витрине музейной находятся предметы, которые давно ушли из жизни современной женщины. Ну, например, крючок для шнуровки корсета. Конечно, мы все прекрасно знаем, что в старые времена дамы, чтобы казаться красивее, казаться стройнее, носили корсеты. А вот чтобы посильнее затянуть корсет, нужно было этим крючком вытянуть шнур и завязать уже на талии. Конечно же, врачи говорили, что корсеты вредны для женского здоровья, но ведь во все времена дамы хотят выглядеть красивыми и стройными. Еще один интересный предмет находится в нашей витрине. Это щипцы для завивки волос. Нагревали их над пламенем свечи и затем уже вот делали локоны. Ну, а кроме того, очень красивая, интересная сумочка, которая называется «Редикюль». Вышита очень мелким бисером. Конечно, сейчас многие современные дамы увлекаются вышивкой бисером, и в наших магазинах бисер продается. Но вот такого мелкого сегодня в продаже уже нет. И чтобы вышить эту сумочку бисером, конечно же, требовалось и умение, и терпение, и очень много-много времени.